Гандаль людьми – это проблема, якая існує у кожній країні світу. І тому змагатися ефективно з гэтым злом треба тільки усім світом. Менавіта тому Беларусь упарта послядовна выступая за створение глобального партнерства по борьбе с гандлем людьми, которое объединяет державы, международные организации, гражданскую и деловую супольность. Лица, совершающие преступления, связанные с торговлей людьми, должны нести ответственность в соответствии с нормами национального законодательства и международного права. Жертвами торговли людьми чаще всего становятся именно женщины и девочки. Однако мужчины и мальчики, к сожалению, также уязвимы к этой проблеме. Trafficking denies children the ability to reach their full potential. The impact on their lives is permanent and devastating. That is why we all together must focus on reducing risk factors such as poverty, violence, and discrimination. So refugee may become victim of human trafficking and therefore need special protection on their journey to safety. Те, кто становится объектом торговли людьми, особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции. Поэтому важно гарантировать всем пострадавшим доступ к эффективной профилактике, медицинскому обследованию, диагностике ВИЧ-инфекции и соответствующему лечению при необходимости. Очень важно обеспечить надлежащий доступ жертв торговли людьми к квалифицированной медицинской, психологической и юридической помощи. Глобально торговля людьми – это один из самых прибыльных преступных бизнесов с ежегодным доходом в 150 миллиардов долларов и уступает только торговле наркотиками. Актуальность проблемы торговли людьми отражена в целях устойчивого развития, которые мы планируем достичь до 2030 года. Только в партнерстве, только объединив усилия, мы сможем успешно противодействовать торговле людьми и оказать своевременную помощь всем пострадавшим, не оставляя никого в стороне.